Всем привет! Сегодняшнее видео будет немного в другом формате. Надеюсь, вам понравится. И в этом видео я бы хотела рассказать вам, как прошла моя вторая практика. Я работала в супермаркете Халпахали. И за 3 недели я получила огромный опыт в работе продавца. Например, я принимала товар на складе, размещала новый товар в зале, крепила сигнализацию, пополняла товары на полках и даже пекла пирожки. Больше всего мне понравился персонал. Все были безумно добрые и отзывчивые. Если что-то мне было непонятно, я могла с легкостью подойти к любому продавцу и попросить объяснить более доступно или попросить помощи. Отдельного внимания заслуживает наш работодатель. Он всегда каждый день спрашивал, все ли у нас хорошо, нужна ли нам какая-то помощь. И просто спрашивал, как мы провели выходные или рабочий день. В конце практики мне впервые в жизни было очень тяжело расставаться с каким-то коллективом. И даже в конце подарили большую коробку конфет в качестве благодарности. Ну, в общем, сегодня 17 декабря, и я еду на новогодние каникулы домой. Папа меня недавно забрал с практики, и по пути мы решили заехать в Копию, чтобы попробовать... Сегодня практики забрал. Да, сегодня. Я доработала до часу дня. Вот, и мы заехали в Копию, чтобы попробовать известные хачапури одного актера. Как его? Вилли Куканин. Фамилию, в общем, мы не помним, поэтому приехали попробовать. Короче, мы за Копию пришли на рынок, на площадь, заказали у Вилли хачапури сырную, в которой снимался особенность национальная охота. Вот здесь вот его хачапурная. Попробуем хачапури от Вилли с национальной охоты. Настя, дочка, заказала. Можно снять? Спасибо, спасибо. Здесь я не налил слишком. Сидим в машине, пьем глинтвейн и будем есть хачапури. Все уже по пути, потому что уже 3:30 вечера, а нам еще ехать очень долго, поэтому будем есть все в дороге.